СМИ. В Литве подрались пьяные солдаты НАТО. Одного из военнослужащих госпитализировали с травмами. Немецкие военнослужащие из миссии НАТО в состоянии алкогольного опьянения устроили драку в одном из баров литовского города Рукла, сообщает Спутник Deutschland. Около 2 часов ночи нетрезвые солдаты НАТО начали спор, который перерос в драку. В конфликт вмешалась полиция. Одного из военнослужащих госпитализировали с травмами, других вернули в казармы. Напомним, сейчас в Литве размещены около 500 немецких солдат. Как сообщал корреспондент НЕТ ранее, полиция литовской Клайпеды задержала 5 нетрезвых и агрессивно настроенных чешских военнослужащих НАТО. В Литве хаммер НАТО врезался в авто со студентками. По материалам сайта news.com.